Я тут. Алло. Здорово, здорово. Так, я могу тебя Да. выводить уже, да? Да, но я себя не вижу что-то вообще. Ну ты подожди. Но ты можешь, смотри, которую ссылку ты мне скинул, ты можешь по ней зайти, и ты будешь в браузере себя видеть. Понял? Сразу, одновременно. Вот эта ссылка, ты прям открой ее, она будет прям в браузере видна. Так, подожди, я Ты тебя что сейчас... сделал, Леша, засамути Да. эту хуйню. Лёш. Так, норм? Леша, работай, ёпта, да, нормально все. Но только Я чтобы с... я не скрывал, чтобы это тоже меня где. Или только мне надо переключаться будет, чтобы видеть, да. Давай Но пока там. Да. сузди экран Тебе просто, и по-любому все. нужно будет переключаться, чтобы Давай смотреть. так, а потом на Дискорд. Так, сейчас подожди секунду, я добавлю. Просто его тоже хочется видеть, ну. Не только себя хочется видеть, и его хочется видеть. Так, сейчас подождите. Тогда можем Twitch открыть. Ну, там задержка вроде бы. Да, задержка. Там задержка будет секунд 5. Хорошо. Так, сейчас, секунду. Так, смотри, короче, мы сейчас с тобой репетируем. Ну, ты можешь плохое слово не говорить, это... А подожди, смотри. Висит. Сейчас мы будем тестить. Что висит? Может, отзеркалить? Потому что на Твиче вот так. Могу отзеркалить. Я могу на Твиче отзеркалить. Надо? Как вот так? Или вот так, брат? Я не понимаю, мне зеркалить или нет? Я, пацаны, это ваша тема, я не понятия не имею, Так это делайте, я что тебя хотите. спрашиваю. Оставляй, охуенно. Заебись? Ну все, заебись тогда. Блять. Так, подожди. Так, а в Дискорде ты зашел, да? Ну это... А, подожди. У меня не Сейчас. выведено. Сейчас я тебя включу. Ты можешь, знаешь, как ему сделать? Ты можешь ему сделать Подожди, на... подожди, подожди. Да. Они, наверное, ждут, что я же вот так должен разговаривать. Что привет с ничи, ебаные. Да нет, Охи, ты ебаные. можешь, Я, ты они же, можешь. они же. Вы это ждете от меня, пацаны, пиздец. Да нет. Чуваки, сразу говорю, все, кто над этим дерьмом ну, ржет, ебать, вы тупые, бля, я отвечаю. Это же старый век, надо что-то новое придумать. Но с другой стороны, спасибо, что бустите меня, реально, от души. Ну, Что так респект. неравнодушно, блядь, ко мне относитесь. От души. Что Так. там, мы будем смотреть халоп Смотри. Ну сегодня? да, мы будем смотреть, но нам на чуть-чуть поболтаем, понял? Ну, Я вообще, давай. смотрите, я думаю, ты понимаешь, что многих интересует вообще, вот как ты тут вообще, вот почему ты на Твиче? Слушай, если честно, я собираюсь стримить игры. Я давно уже играю в игры. Во что ты играешь? В CS я люблю играть. И сейчас я начал с пацанами играть в Throne and Liberty. Это такая онлайн-игра, Ну да, я знаю. MMORPG. Да, и мы с пацанами собрали гильду на сервере Зенит. И, собственно говоря, будем ебашить. Вот сегодня у нас было первое ГВГ. Мне понравилось. Какая реклама, блядь. Тебя уже вот на стримы зовут в чате, слышишь? А ты вообще как? Ты мог бы кому-то еще прийти, как ты думаешь? Ты Слушай, вообще как? Ты будешь стримить? я Сам не... по себе КС, например, какой-то, с кем-то. Да, я же сказал, что буду КС стримить, да, обязательно. А ты не договаривался с Саней? С С Симплом. Саньком нет, еще у нас не было разговоров об этом. Ну, Саша не на том уровне играет, чтобы я с ним играл, как бы. Почему? Так, Мы ну, тебе не знаю, включим. мы по приколу с ним играли не один раз, но... А мы тебе там тему включим одну на сервере, и у вас шансы будут А равны. им? Да, мы тебе выдадим, ты будешь видеть все, и просто все, и будешь просто его убивать при фаере. Мы ему не скажем об этом. Окей. Окей. Слушай, а ты вообще когда-то Twitch смотрел?
Слушай, если честно, мне не особо. Ну, Кай Сенат я там смотрел Ну, парочку понятно. стримов. Да, и что-то так особо нет. Я смотрю Османголда, знаешь, такого стримера. Да. Вот его я часто смотрю, он такой забавный типок. А из русскоговорящих никого не смотрел, да? Не, вот честно, я тебя даже не слышал. Меня пацаны Ну, рассказали, что есть такой а стример, забей. как ты. Забей, я... Обо мне никто никогда не слышит, я уже привык. Да не, я круто, что вообще позвал, спасибо. Я на самом деле не далек от всей этой темы. Я делаю просто музыку и все. Так охуенно же что-то, когда что-то новенькое. Согласен, да. Но, так Это представь, ты еще Twitch будешь покорять. дай бог, дай бог. Я надеюсь, что получится это все. Короче, смотри, у нас есть такая методика. У нас все, кто приходит на Twitch, мы, короче, смотри, мы на Твиче вообще, ну, это русскоговорящее такое комьюнити, мы довольно бездарные, понял? Вот если выражаться твоим языком, мы довольно бездарные. Мы, по сути, берем плюс-минус одно и то же постоянно и со всеми делаем одно и то же. Не понял? У нас, короче, есть такая хуйня, что мы всегда, когда чел приходит на Twitch первый раз, мы с ним делаем тест на стримерш, понял? Потому что типа а-ля, ну ты же знаешь, как, короче, эта тема. Всем интересно, что ты скажешь про кого. Ага. Вот. Я тебе буду показывать красивых девчонок. Ну и других тоже буду показывать. А ты уже будешь, короче, выбирать. Но кто победит, я думаю, в принципе, похуй. Но... Какие-то популярные стримерши будут. Подожди. Кстати, смотри, если ты кого-то будешь знать, если кого-то лицо узнаешь, то скажи. Просто интересно, вдруг ты кого-то узнаешь. Я никого не знаю. 100% никого, да? 100% вообще. Ну, а вдруг где-то видел? Может быть, давай посмотрим. Так, сейчас. Начать заново. Так, классический. Ну, короче, мы все будем делать более-менее в темпе. Мы не будем там 3 часа сидеть. Чтоб ты, короче, не думал. Мы, кстати, тут двоих стримерш убрали. Так, на всякий, чтобы ты вдруг случайно их не выбрал. Мне надо... Почему посередине экрана versus? Это типа значит, одна против другой будет Ну, конечно. выходить? Да, то есть, ну, они не будут драться. Но прикол в том, что... Почему? Ну, Почему, бля? подожди, ну, было бы Я бы странно, нет? посмотрел на это дерьмо, но почему Так. нет? Сейчас мы сделаем эту штуку, подожди. Так, сейчас я открою. Мы посмотрим, видно ли, как у нас будет видно. И куда мы себя отправим. Мы, наверное, сделаем просто вот так вот вверх. Сейчас, но если что, вот так чат будет пропадать, потому что у нас дилей. И вот так вот сделаем. На всякий случай. О, подожди. Ну, нихуя не сделалось. Ну так. Да, я уберу. Только поняли, там, короче, у меня с дилеем, потому что работает. Поэтому, короче, оно работает чуть неудобно. Видите, у вас вот эта хуйня появляется с черный экран? Давайте еще попробуем, когда внизу. Да, ну по-другому, короче, нереально. И давайте, короче, наверное, может, вот так сделаем чуть. Пацаны, вот этот, знаете, этого рэпера, как его, Макана? Да. Он, короче, разозлился на меня. Разозлился? Почему? Ура, не знаю. Я его пока убивать меня. А чем ты мог его обидеть? Не суть, там какой-то блогер что-то выставил. Там чисто профактил, и я репостнул себе, и он обиделся. Ну и как будем это Я не решать? хотел, я не хотел никого обижать, честно. Ну просто в последнее время люди вообще не хотят факты принимать. Ну ладно. Блять, ну мы Макана не будем звать. Не будем точно. Ну а сейчас бы бифчика дали, если быстро Макана позвать. Так, смотрите, чат норм выглядит все. Или не норм? Я думаю, может вот так сделать вообще. Только у нас будет такая полоска, видите, Делай так, уебищная? как.
Делай как по кайфу, братан. Похуй на эту полоску. Братан! Делай как по кайфу, братан. Ну все, я думаю... Короче, я думаю, что мы можем начинать с такой... Сетричевский тестик. Смотри, короче, что ты можешь говорить? Ты просто вот увидел, тебе, короче, как в кайф. Можешь что-то сказать. Можешь в каком-то варианте ничего не говорить, понял? Просто можешь пикнуть одну из двух. Поебать вообще. После не можешь найти слов. Если можешь найти слов, то можешь что-то сказать. Ну, помнишь, главное аккуратно. Главное, как говорится, сильно человека не задеть. Как говорится, да, красота... Я никого обижать не хочу. Ну, это заебись. Но в любом случае мы скажем, что красота в глазах смотрящего. Так что, как говорится, тут... Если что, не обижаться. Кто из них выигрывает, да, сейчас? Смотри, да, короче, у нас самое начало сейчас. Слушай, извини, а вот только вот эти фотографии будут? Короче, смотри, мы можем... Мне кажется, ты не самые удачные фотографии девчонок нашел. Смотри, мы можем залетать, смотреть, типа, еще фотографии, понял? Просто проблема в том, что у нас это супер долго продлится. Тут типа 128 девчонок, понял? И тут еще раунды есть, понял, между ними. То есть если мы будем добавлять Инстаграм сейчас, мы будем здесь сидеть там 3,5 часа. Окей. Поэтому, короче, вот какую фотку мы выбрали, вот по такой фотке ты и оцениваешь. Но все равно же видно плюс-минус, типа, кто тебе больше по душе. Мы бы без раундов, тут без раундов никак. А мне точно надо выбирать, кто выиграет? Ну, смотри. Мне кажется, в этом батле никто не выиграл. Подожди, смотри. Понял, короче, ты сейчас одну из этих девчонок отправляешь в следующий раунд. Ничья. Нельзя так, нельзя. Нельзя, я понял. Бля, ну... Посмотри по никнеймам, я не знаю. Вот слева Дерубинс, справа Якадзе. Вот какой никнейм жестче звучит? Ну ладно, Якадзе, что-то грузинское, погнали. Смотри, Неля Рей, инфлюенсер. Ты инфлюенсер, ты знаешь? А, да, это Дилара. У нее. Она выбирает парней, которые ко мне сильно неравнодушны. Это единственное, что я знаю. Хорошо. Базар. Да, она выбирает пацанов, которые сильно неравнодушны ко мне. Ну, не знаю, даже слева аниме, да, какое-то нарисовалось. Как сейчас молодежь? Нефор, да, типа слева? Ну, я не знаю, считается ли это нефором или нет, как будто... Ну, по-моему, считается нефор, там, ну, волосы, туннели. Я не знаю, по-моему, это нефор. Ну хорошо, пусть будет это нефор. Сегодня как бы стримом заведуешь ты, поэтому если это нефор, значит нефор. Ну нефор тогда пусть победит. Слева, да? Да. Хорошо. Михалина и Вика Картер. Бля, пиздец. Слева квадроберша, да? Ну просто фотография такая. Справа тоже какая-то. Ты ставишь меня перед сложным выбором. Ну так ты понимаешь, посмотри, потом ты из тех, кого ты выбрал, они будут батлиться с теми, кого ты уже выбрал, понял? То есть дальше будет сложнее. Сейчас, в принципе, полегче. А, нихуя себе, я понял. Ну давай справа, вот что-то вроде как-то она внушает доверие больше, не знаю. Как в смысле внушает доверие? Ну, вот так вот. Вот внушает доверие больше этот человек, чем вот слева. Угу, хорошо. Базара нет. Смотри, Аляша или Синди КС? Ребенок слева просто, пиздец. Ну, а сколько Аляше лет, чат? Сколько слева лет, ребята? Много, если что. Ну как, в смысле, точнее, нормально, понял? То есть она бабка, получается, или что? Ты так говоришь много, бля. Много это уже. 30. Слева 30 лет. Я не знаю, могут обманывать. Не может такого. Блин, я не знаю, но сейчас. Они сейчас честно напишут. Чат, правда? А, реально 30, слышишь, пишут. Пам-пам-пам.
Ну давай, Аляша, хорошо, пусть выиграет. 30 лет так выглядит, молодец. Ну, все, респект. Так, смотри, булочка или Руди Саюки? Молодец, блядь. Ну давай. На бывшую немного похоже. Руди Саюки, погнали. О! Ну так вот, блядь. Да. Let's Давай. go. Слева сразу же. Подожди, а ты ее знаешь? Не, я ее не знаю, но слева выиграла. Точно, А, победа. подожди, то есть фотография все-таки очень важна, да? Конечно, брат. Блять, ну у нас был один тест, где были такие фотографии, прям знаешь, но мы его решили не добавлять. Вот эта тема. Давай левую. Подожди, то есть ты правда не знаешь Luxury Girl? Ты никогда не смотрел вот эти фильмы с Дэвидом? На Ютубе таком. Она что она снимает? Какие Но фильмы? она раньше снимала такие фильмы 18+. Взрослые, что ли? Да. А, да не, я не особо это. Что-то как-то. Понял, не особо. Хорошо, Да. смотри. Тати или Фруктоска? У меня Кент, кстати, порнушку снимает серьезную. Никита Замойский, привет. На Виксен работал там, красавчик. Там у него сторис интересные, пацаны. Советую подписаться. Да. Ну что думаешь, смотри, Тати или Фруктоска? Слева, по-моему, мне кажется, вот Тебе больше Тати Тати нравится, мне, да? ну про там никнейм Тати типа. У Тати меня это круто, типа? собаку Сати зовут. Вот. Не, просто Тати. То есть ты выбрал ее чисто из-за своей собаки? Да. Окей. Авдеич или Супер, Николи Хёрд? справа Bad Bitch вообще справа. Правую выбираем. Хорошо, вообще без шансов. Вообще. Зануда или закладка? Нихуя себе не буду. Зануду выбираем. Зануду. Закладка, блядь. Мы закладок не делаем. Базар, уверенно. Шариша или Маршелина? Марщелина, ты сказал? Нет, Марфелина. Jesus Christ. Не знаю, две какие-то анимешницы, по-моему, да? Ну, я не знаю, как ты видишь в них анимешниц. Ну, Не знаю, справа прикольно. больше, а. Школьницы, анимешницы такие. Тянки или как их там называют. Давай или слева, ладно, возьмем. Давай. Давай. Ирис или Big Russian Mom? Как тебе Big никнейм? Russian Как Mom, тебе никнейм? это девушка Big Russian Boss'а? Нет. Я думаю, нет. Слева все-таки возьму Хорошо, Ирис. давай, Ирис. Ирис еще. Приятного полета или... Ну... А что справа? Хорошо, давай. Так, сейчас такой выбор будет. Что справа девочка делает? Она играет? Что Она в она доту делает? играет. Точно. А слева? Слева хуйней мается просто. Вот в доту кто играет? Мы... Have Bullet или Вика Рэп? Точно справа. Слева как будто пила 2 недели. И курила. Пила и курила одновременно. Мамед или Олеся Булетка? А это Происходит. все заканчивается. Смотри, сейчас первый раунд заканчивается уже. И сейчас пойдут уже по одной теме. По какой такой теме? Ну-ка, Ну, по рассказывай. Александру Костылеву. Это бывшая Опа. девушка Александра Костылева. Не гони, на фотке. Здесь она на фотке. Какой рем я должен выбирать? Я не знаю. А, бля. Ты в какую выбрал, брат, скажи мне честно. Вот ты ответил, вот какую бы ты зацепил, Ну, я очень уважаю бабушку Ольгу. бля. Я тоже реально уважаю. Вот как будто Ты она представляешь? уважение Ты представляешь? Если что, вызывает она большое. стримит. Она стримит игры, стримит КС, она даже Диабло играла. Она вообще умничка. Но мы же Но не мы... поэтому, мы Ну, же мы не не поэтому, да, не поэтому, поэтому. Но мы не да, можем мы. бабушку Ольгу не добавить в список, понимаешь? Мы не могли Ну не добавить. давай, ладно, бабушка Ольга, как бы она
на пенсию пусть идет. Хорошо. Да. Фасолька или Романова Лера? Ну, фасольку как будто. Даже без раздумий? Ну да, что-то не хочется думать. Да. Базар. Вайл или Край или Диана Райс? Эй, блядь, вот это да. Блин, а я могу тебе... Я тебе могу при сложных вариантах включать их. Да, можно? Вот это очень сложный вариант. Вот включи. Ох, блядь. Ну, справа даже можешь не включать, я знаю, вживую. А вот слева можно? Сейчас, подожди, тут Вайл или Край надо аккуратно включать. Так, а что оно, что за контент? Сейчас, подожди секунду. Просто за... справа девчонка точно. Слушай, а может мне лучше залогиниться в Инстаграме? Подожди, меня будет спрашивать? А давай я посмотрю, давай, кинь мне Инстаграм, я сейчас посмотрю. Ну, у него просто Вайл или Край, вот как написано вот здесь, понял? Блин, а как это... Блядь, у меня нет Инстаграма просто. Так, не, мне ее Инстаграм скажи, я посмотрю. Ну, я вот, ну вот ты можешь вот так и написать, смотри. Вот просто вот так в Инстаграме напиши. А, окей, сейчас, запишу. Я просто не могу фотки открывать. Бля, я просто не помню. Просто вот так было бы проще, понял, если бы я тебя прям на экране включал. Бля, у меня нигде этого Инстаграма нет. 207 тысяч у нее. Так, Дубай, ну понятно, короче. Мальдивы, Дубай, справа выбираю. Вот справа, справа. Справа, да, выбирать? Не, я просто, я тебе смогу девчонок без Инстаграма показывать в картинках. Просто тут в Вайл или Край такие прям картинки, понял, опасные для стрима. А так не, Диана побеждает. Диана, окей. Да. Алина Рин или Добра? Если будет какая-то ситуация, говори, мы будем открывать на экране прям. Пам-пам-пам-пам. Ну вот. Короче, все, что просто. Под Роберша вот как будто вызывает больше. Алина Рин, да? Да. Базар. Еванна или Юлия Пинка? Пинка отлетает вообще. Ну, потому что фотография, да? Ну да, но она вообще, посмотри, талия худющая. Базар. Зануда или Luxury Girl? А? Зануда или Luxury Girl? Зануда или Luxury Girl? Вот Luxury Girl тоже не смогу фотографии открыть сам на экране. Ну да, можешь... порнушницу выбираем, погнали. Она уже не снимает, если что, уже давно не снимает. Так, ну, Катерина 999... Бля, вот Катерину, кстати, можно, по-моему, да, включить? Или лучше не включать? Сейчас, подожди. Ирина, ты сказала, что играет в КС. Да. Ух, там, чтоб ты понимал. У Арины есть такие прям фотографии. Прям ню, понял? Прям вообще? Да, Барби Герл могу открыть. А вот ее не могу. Давай. Ню абсолютно. Просто какую-то, просто невообразимую тупую хуйню. И там, типа, просмотров, знаешь. Да, очень тысячу много. Раз, в тысячу раз больше. Или там какой-нибудь сниппет выкладываешь, реально, куда-то там душу вложил, знаешь. Ну, это да. Ну, да, и там намного меньше, как бы, понял, про просмотров и лайков и всего. Но как только ты выкладываешь какую-то реально тупую хуйню, просто деграданскую. Ну, в ТикТоке залетает все, да. Вот Саняша. Это которая левая девчонка. Это которая Париж, ты говорил. Ну, как будто Саня. Ну, я ж тебе говорю, Париж, пиздец. Вот это, да, полусладкая? Да, полусладкая. Окей. Блин, все, третий этап. Все, теперь смотри, теперь у тебя будут все те, кого ты выбрал вот по второму кругу. Короче, это прям уже такой раунд. Чтобы они обе победили. Нет. Так это нечестно. Надо кого-то выбрать по-любому. Они обе победили. Нет. Точно тебе говорю. Это вообще выигрыш вообще полный. Хорошо, знаешь, как я могу сделать? Я могу перемешать. Вот так. Да, перемешай. Слушай, а мы мира, кстати, фотографии. А, щелкни фото и увеличь. А тут оно не увеличит так, как ты думаешь, видишь? Да. Ты думаешь, типа, зайти... Короче.
Давай просто скип всех. Да, ладно, давай скип, да. Респект. Так, Катерина 9-9. Вот ее тоже, если будем... Кстати, смотри. Это, если что, два десятых левела. Обе, оба, да, десятки да. На фейсе. Да, давай. Поехали. Это вот последний, скорее всего, ты не видел. Давай, хорошо. Так, ну, чат, да. Вам нельзя это смотреть. Ну, скорее всего, можно, наверное, в жизни это смотреть, кому есть 18, но... Вот, короче, тут просто вот такая ситуация, понял? Это ситуация, это ситуация. Это ситуацион вообще. Только я не... Подожди. Так, это вот вторая девчонка. Ну вот, а вот это вот, подожди, вот это вот, бля, ну это прям вообще аппарат летающий. Ну ты видишь, еще фотографии такие, типа, видишь, прям. Ладно, летающий аппарат выигрывает. Катерина выигрывает, да? Да. Базар. Так, Януля или клубника? Слева сразу. Акулич или Лерон Барон? Акулич. Кстати, я тебе могу Акулич показать. Давай. Если что, Акулич, она вот, знаешь, по многим меркам, ну, многие называют одной из самых таких красивых девушек на Твиче. Ну, это ладно, видно. Тут... Ладно, тут вроде можно, да, показывать? Да, ладно, я тебе, короче, вот так открою. Я не буду тебе очень много фотографий открывать. Мне чай. Поставь чай, пожалуйста. По-братски. Да, сейчас откроем Лерон Барон тоже. Так, а у Леры там не будет шума никакого? Я хочу написать Инстаграм, там инсайдер. Ну хорошо, Акулич, Акулич. Так, подожди, я вот сделаю вот так, смотри. Я сделаю да. Вот так. Ой, блядь! Ладно, я покажу. Вот. Не-не-не-не, найн-найн. Блядь, смотри, как... Вот такой. Найн-найн. Окей. Так, Марана Баттери или Фасолька? Марана Баттери открой. А, блядь. Опа. Я тут можно вернуть. Ну, Марана Баттери, это у нас тоже, скорее всего, закрытым экраном. Блядь, а почему у нас у всех есть стримерские фотографии? Я что-то не понимаю. Блядь, никого нахуй на экран даже невозможно открыть. А, ну ладно, тут, блин... Да не, в пизду. Без экрана опять. Ёб твою мать, блядь! Стримерши! Вот. Ну вот все, блядь. Подожди, все хуйня, тёлки хуйня. Ну вот, смотри, вот такие фотографии. Вот, вот такие. Слушай, she's bad, she's really bad, I like it. Слева. Окей. Мета или Саняша? И ту ты уже видел, помнишь? Да. Саняша это Париж, ты помнишь? Да, Париж, как бы, ну, Париж, как бы. Париж, да. Леонисан или Евочка? Евочка, Евочка, Евочка. Лакшери Гелл или Сатан Мейт? Сатан Мейт. Базар. Смородинова или... Точно справа, Мудрет. Вообще, даже, ну, как бы. Окей. Шариша или Ирис? Ирис, я фотки просто не видел. Можешь Ирис фотки давай, показать? Давай. Проверка, что? А, нет. У нее что-то прям как будто маловато. А ну-ка. Блять, я не смогу даже открыть нормально. А, ну ладно, смогу вот так. Вот, давай.
Вот, я зашел в Инстаграм. Вот. Ну, ты ж тут такие... Я понял. Вот. Такая вот, типа, приличка, но на самом деле неприличка. Другую выбираем. Хорошо. Якадзе или Диана Райс? Диану. Кейла Кьюти или Сараби? Как будто Кейла Кьюти. Ты не видел, кстати, ее. Подожди. Не, я не видел. Ну, это что-то ты мне со стримов пару фоток показал, но я не понял ничего. Ну вот, смотри. А еще, еще. Нет. Это опять обман. Опять обман? Да, Сараби. Окей. Полусладкая или Аляша? Полусладкая. Угу. Алина Рин или Руди Саюки? Вот Руди Саюки, дай посмотреть фотки еще. Давай. И Алина Рин тоже, дай фотки посмотреть. Окей. О, кстати, тут прям идеально будет. Просите у Сатира, как вторая бандана, он вам скажет. Ты думаешь, он знает? 100%. Так. Это вот Алина Рин. Алина Рин, что-то не, вообще нет. Девушка, там семья какая-то, и там ребеночек. Ух, отвела судьба. Спасибо, что я это увидел, блядь. Сейчас, подожди. Сейчас. Оно ее не загружает, слышь, даже эту девочку. Почему? Не хочет? Я тебе сейчас, короче, без экрана просто покажу. Ебать, я бы сейчас охуел просто. Вот, смотри. Вот девочка. Да нет, тут даже обсуждать нечего, да. Слышишь? Что берем? Лево? Да, вообще 100% вообще. Все, базар. Давай, Катерина или Марана Баттери? Баттери. А, хорошо. Акулич или Сатанмейт? Блять, ну опять ты заставляешь меня выбирать. А тут все уже, тут уже все. Давай мне Сатанмейт, покажи еще фотки. Давай. Нельзя выбирать из такого. Так, ну тут, кстати, норм. Тут норм. Вторая пиздец красивая. Это, кстати, факт, да? Ну и чё? Вот это, кстати, очень, очень жесткая фотка, очень прикольная. Да, прям, да, она прям хорошо, ну, косплеит, вообще круто. Круто выглядит, на самом деле. Молодец. Ножки у неё длинные. А вот этот вот, где ангелочек, открой-ка. А как он? Вот третья фотография сверху. Ага. Но она так далеко, мне кажется, не улетит. Не улетит, да, думаю? Ладно, давай ангелочка выберем. Вот это, да? Да. Ой, подожди, это у меня... А, слышь? Я, по-моему, выбор за тебя делаю. Блин, ну тут просто уже пиздец какой-то начинается. Смотрите, что у меня просто мышка зависла. Блять, ну... Чат... Сейчас, а что с прошлым-то вариантом?
А я вот не могу, видишь, назад вернуть теперь. Реально? У меня просто зависло, чтобы ты понимал. Я нажимал на предыдущий. Ну, значит, братан, все, значит, прошлый вариант обе забираем. Давай, смотрим азиатку еще. Вот эту вот, интересно, как она выглядит. Слева все понятно. Стоп, это она тут? Я даже ее не могу... А, Диана Райс была на прошлом. Да. И еще кто-то. И, значит, обе победили. Это уж, брат, ты виноват. Я тут понимаю. Извини, как бы. Я понимаю. Базара нет. Да. Вот, я нуля. Бля, ну эта фотка у нее крутая. Да, эта фотка крутая, да. Можно еще посмотреть? Помотай вниз. Там все, я не открою это. Потому что мне не выйдено. Ну, милая, вроде хорошая, хорошо. А слева... Ну, это слева... Ева, которая... Да, обман. Вот правильно, пацаны, вы пишете, что обман. Ладно, слева аппарат. Подожди, просто ну вот, жесткий. Ну вот еще фотография. Да не, почему? Но она выглядит как на этом. Просто видишь, она не везде. Тут что-то непонятно. Странные, почему какие-то фотки вообще. Да, какие-то непохожие фотки. Да, непонятно. Как будто это два разных человека. Есть такое? Ну как-то просто, да, как-то немного странно. Ну что думаешь? Пацаны, вот по-моему, вот, ну кто за аппарат летающий? Пацаны. Да конечно, вон пацаны все пишут слева. Конечно, летательный аппарат выбираем. Хорошо, все, выбираем один. Шариша или Мира? Бля, я не помню фотки Шариша. Ты мне показывал, что там жесть да. Какая. Ну там такие спортивные фотографии. Вторых два пацаны пишут. Два выбираем? Не, я ничего не выбираю. Мне надо посмотреть фотографии. Давай. Хорошо. Шариша. Не могу это. Я так не могу. Шариша вот. А вторая? Вторая тоже такие фотографии, что лучше. Подожди. Я не смотрел ни один твич. Еще что-нибудь. Ну, как будто рабочая схема вот эта. Мир выбираем. Да, вот ее выбираем, да. Слева. Слева, да? Угу. Так, Марана Баттери или Сатан Мейт? Сука. А когда уже места-то будут, я не понимаю. А все, смотри, это шестой раунд, сейчас останется две девочки, по-моему, если я правильно понимаю. Ангелочка мы выбираем. Сатан Мэйт. Все, теперь два выбора у тебя. Видишь? И потом финал. У тебя раз, два и три. Три выбора осталось полностью. Мира или Ева? Блять. Как тут выбрать, пиздец? Ну как вот, сердцем? Еще мне открой Еву. Миру я запомнил. Так, давай. Ладно, без экрана. Вон там правильно пацан написал, как выбрать. Все шаришь, блин. А, ну я понял, мне из этой штуки, короче, весь. Вот, смотри.
Ну здесь пиздец, блядь, да, ну, ну... Как будто вот это вообще бэдди, типа, лютая, нет? Просто тебе такое есть. Да-да-да. Хотя вот здесь что-то непонятное с лицом, понял? Ну вот как будто она, блин... А первая это порнушница какая-то, да? Нет, нет, ну... Нет, она просто бассейны стримит. Бассейны стримит? Такое, типа, понял? Бля, гениальное занятие, брат. Просто гениальное занятие. Ну, типа такое... Hot tubs. Вот это вот, вот это вот. Я? Блять, ну, ну ладно, давай ее. Давай. Не, но я здесь не могу выбрать. Это точно я не выбираю. Это точно я не выбираю, братан. Это уже места разбирай. Я могу вот так сделать. А тут я даже перемешать не могу. Не-не, я не могу это. Нет. Так а ты тут, уже, ты тут уже и понял? Вот проигравшие будут уже по местам. Они обе победили. Не, они обе победили. Они, ты не понял, они, смотри, сейчас они... ты кого выберешь, это уже будет по местам. То есть потом будет полный список, и они будут по местам стоять. А сколько осталось мест? Все, это вот смотри. А, стоп. Это полуфинал, правильно, чат? Это полуфинал. Или это финал, я что-то не пойму. Нет, это полуфинал. Мы же только что выбрали. Да, это полуфинал. Ай, как пацанам нравится ангелок. Ай-яй-яй-яй-яй. Это топ-3, топ-4 ты сейчас выбираешь, понял? Кто топ-4 занимает, кто топ-3 занимает. В твоем списке. Топ-4 сейчас будет? Сейчас будет топ-4. Вот кого, кто не проходит, тот топ-4 занимает. Перемешай. Не получу. Я уже перемешал, они просто местами поменялись. Блять, какая жесть. А вот эту вот можно открыть еще? Вот? Вот эту? Да. Ну, там без экрана. Сейчас. Ну, это вот... А, это топ-3 и топ-2. Это вот, вот это, помнишь? Вот это вообще пиздец, да? Интересный аппарат тоже. Это все она? Да. Помощь друга можно? Давай. Миша! Помощь друга. Давай, я тогда ее тут тоже открою. Да, домовой у меня есть, он сейчас вам расскажет. Смотри, ну пиздец же. Смотри, не, ну вот. Другая, понятно. Вот это, да, тебе нравится? Пиздец, как бы ты, да, махнул, значит, на нее пиздец. Смех у тебя еще, блядь. Дьявольский твой. Ну, короче, ну, думай сам. Ну, тут видишь, тут прям тоже есть чем ответить. Да, я уж понимаю. Ну, вот это как будто повзрослее, типа, понял? Не знаю, там... возраст не знаю. Ну, посмотри. Ну, ладно, победа. Вот у нее. У нее, ну, да? Та... Да, но Сатан Мэй тоже хорошая очень девчонка. И вот тебе очень... остался финал. Слева. Слева? Да. Справа слишком ну? Жестко. Ну? Чат! Короче, что я, если что, проходил этот тест, она у меня тоже выиграла. Да? Да. Ну вот видишь. Ну? Ну, Сатан Мэй очень хорошая была, пиздец. Сейчас майнят биткоины, бля. Я чувствую, кстати, как майнят биткоины, блядь, мне все лагает. Вот, смотри, видишь, у тебя теперь вот так получилось. Нет, вот Сатан Мейт точно третье место вообще, 100%. Третье, окей. Ваш, а тут видишь, они, видишь, они написано вот так 3-4. Я даже, знаешь, братан, я тебе даже так скажу, Сатан Мейт второе место. Окей, второе. Да, а Ева на третьем, и дальше Мира и так далее. Ну все, короче, это имеет второе. Ну, бля, это жестко. Ну чё ты, чё тебе вообще как? Экспириенс. Твой первый на Твиче. А, прикольно, слушай. Интересно, интересно.
Ну, есть свой такой прикол, да, у нас тут? Слушай, да, но мне кажется, можно какой-нибудь поболее крутой интертеймент, конечно, телок смотреть. Конечно, но видишь, мы просто еще не знакомы были, поэтому я подумал, что, наверное, самое забавное будет, где мы будем контактировать, это тут. Потому что все было, понял, супер легко. То есть, понятное дело, что можно что-то прикольное придумать. Можем у тебя сделать просто следующий стрим. Да, приезжай в гости, конечно, сходим в баню, нормальная тема. Любишь ну, бань нас забанит, если мы сходим в баню с стримом. Не-не, ну мы с тобой просто сходим в баню без стрима. Окей. Ну смотри, а по поводу Твича. Ты не хочешь у тебя что-то на Твиче постримить? Я начну стримить, через 2 недели будет стрим по КС. Ты хочешь сразу с КС? Либо КС, либо Throne in Liberty. Я просто думаю, что... Нет, Throne in Liberty ошибка стримить. Реально? Да. А ты не хочешь у себя на стриме? Я понимаю. А почему? Стой, а почему? Ну потому что... Слишком такие тяжело? Игры не смотрят, да, такие игры не смотрят. Понял. Ну, это значит, Counter-Strike. Смотри, а вопрос у меня к тебе такой. А ты не хочешь пооценивать рэперов или треки у себя? Это мы тоже будем делать. Мы будем оценивать и треки, как бы, и альбомы, может быть. И я тебе даже больше скажу. У нас была... Мы думали реакцию, типа, снимать, но что-то я думаю, что это не... Да, наверное, будет смысл разобрать вот так вот по трекам, да, или по альбомам. Есть такой же самый вот список, например, либо с рэперами, либо с какими-то супер популярными клипами, понял? И ты смотришь левый клип, смотришь правый клип и выбираешь. Просто я думаю, что твое мнение очень много кому интересно будет по поводу именно этой индустрии. Ну, кайф, обязательно. Обязательно мы что-нибудь придумаем. А еще можно как-нибудь разобрать комментарии, которые люди некоторые оставляют. И мы будем разбирать их комментарии, будем заходить на их Инстаграм и разбирать их Инстаграм. Хотите? Ну, кстати, это, кстати, прикольно. Это, кстати, прикольно. Пачино, будет, ты хочешь... будет совсем не прикольно. Но там, тебе главное контролировать, понял? Тебе тот, кто пишет комментарии, им совсем не прикольно будет. Я тебе и отвечаю. Короче, тебе понравилось. Да. У нас тут все очень легко, очень просто. Что, я думаю, на такой ноте мы можем заканчивать. Слушай, спасибо тебе огромное, мужик. Мы даже с тобой особо так и не знакомы. Я кайфанул. Ну, прикольно было, круто. Очень прикольно. Да. Было. Интересно было тебя послушать. Прям вообще как-то. Да. А где ты, в каком городе ты живешь? Я в Сербии живу. Кстати, очень близко, если что. Это 2 часа самолет. Ну, будешь в Барсе или там во Франции можно словиться. Там, окей. Или в Германии где-нибудь. Обязательно пиши, вон, возьми у Лёши мой контакт и словимся. Окей. Спасибо тебе огромное. Да, тебе спасибо большое, что пришел. Это очень круто было. Это прям, это прям кайф был. Все, давай. Пока-пока. Давай. Давай. Так, сейчас я могу этот... Че вы? Прикольно было? Бля, прикольно, пиздец. Баньку делаешь. Да нет, мы этот... Мы обсудим, что там по стримам. Просто, видите, короче, у него чуть понимание про Twitch другое. Поэтому, видите, вот он хочет, я говорю, типа, Throne of Liberty стримить. Кстати, даже не понадобилась эта штука. Даже не понадобилась. Ни запреток, ничего, охуеть. Ничего не было. Я имею в виду к тому, что даже не понадобилось. Мы на перестраховку взяли, ну, блядь, заебись. Бля, ну, кстати, это... Мне кажется, это супер W, что он готов смотреть треки. Было прикольно, но мало. Смотрите. Это была бы ошибка, если бы я делал бы супер долгий стрим. То есть я, наоборот... Когда я думал про Инстаграмы, что постоянно смотреть Инстаграмы, теперь представьте, если бы мы 128 Инстаграмов посмотрели. Ну, это была бы пизда просто полная. Держать 4 часа, лучше наоборот, понял?
Ну, человек никогда не стримил. То есть, типа... Ну, это все равно такая, знаешь, тема, типа, такая, что ты заебываешься, такой сидишь уже, понял? Уже чуть по-другому, поэтому я надеюсь, что это было охуенно. Ну чё? Ну чё? Спасибо вам всем большое, кто пришел, как говорится. Я пойду отдыхать. Встретимся с вами в 6 утра. Ну, не со всеми с вами. Кто любит КС, кто смотрит КС, встретимся с вами в 6 утра. По Москве.